Челябинские инспекторы ГИБДД возьмут на вооружение муляжи. С помощью макетов камер хотят воспитывать в водителях вежливость. Рабочие устройства заменят на бутафорские. Ведь на тех перекрестках, где установлена система видеофиксации, автомобилисты стали вести себя дисциплинированно. Количество аварий снизилось на треть, а смертельных случаев на перекрестках с наблюдением и вовсе не было целый год. Воспитали водителей, и как один из возможных дальнейших развитий событий, переноска этих камер на другие перекрестки, составление муляжей. На каких перекрестках вместо камер установят муляжи, а где будет работать настоящая видеофиксация, инспекторы ГИБДД держат в тайне. Добавлю, за 2016 год камеры зафиксировали в Челябинской области более миллиона нарушений. В МЧС назвали самые опасные участки трасс Челябинской области. Там каждую зиму происходят массовые аварии, образуются километровые пробки. Это 6 точек. В горнозаводской зоне Укское ущелье, Симский перевал, участок возле горы Каменной, перевалы Сибирка и Уреньга, а также перевал Уралтау, недалеко от Магнитогорска. Из-за ухудшения погодных условий спасатели призывают водителей уже сейчас быть осторожными на этих дорогах. Снегопады сейчас бушуют по всей области. Например, Челябинск сегодня буквально замело. За полдня крупные хлопья улеглись плотным слоем, который может уже не растаять до весны. И по прогнозам синоптиков, осадки будут выпадать каждый день в течение ближайших недель. Ночные температуры будут опускаться местами ниже 10 градусов мороза. В МЧС советуют водителям обязательно читать прогноз погоды перед выездом за город и проверять, не перекрыты ли магистрали. А еще важно тепло одеться, чтобы не замерзнуть в случае ЧП на трассе.